Шеф-повар Максим Григорьев. Апельсиновая пропитка для бисквита, кекса. Предлагаю приготовить апельсиновую пропитку для бисквитов и кексов. Такая пропитка улучшит вкус любого торта и бисквита, сделает его нежнее и сочнее. Но лучше всего апельсиновая пропитка сочетается с шоколадным бисквитом или кексом. Она там звучит по-особенному. Время приготовления – 15 минут. Ингредиенты. Апельсин 1 штука. Вода 80 мл. Коньяк 2 столовые ложки. Сахар 50 г. Шаг 1. Для работы нам понадобится апельсин, вода, сахар, коньяк. Шаг 2. Один апельсин вымыть горячей водой, вытереть насухо. С помощью терки снять цедру. Шаг 3. Выжать из апельсина сок. Шаг 4. Соединить в кастрюле воду, 80 мл, 50 грамм сахара и довести до кипения. Уменьшить огонь и готовить, пока сироп не уварится вдвое. На это уйдет приблизительно 10 минут. Шаг 5. Добавить в кастрюлю цедру и апельсиновый сок. Проварить 1 минуту. Полностью охладить. Шаг 6. Процедить сироп. Шаг 7. Добавить в сироп коньяк, 2 столовые ложки, по желанию. Шаг 8. Апельсиновая пропитка готова. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.